Вот такая движуха, братва. Оскол. Какое-то сегодня число. Малышаня. Ебанули. Сколько? Два танка стабильно. Два танка минимум, ребятки, нахуй. Я ж казав, что им всем пизда, нахуй. Вот, у нас котики стоят. Там дальше псы, нахуй, небритые, собачки. Вот. Держим обороночку. Вот. Гляньте, какие у нас подгончики. Да? Это сила, блядь. Короче, блядь, краткое событие. Краткий репортаж с места события. А они дебилы. Я извиняюсь, дамы и господа, мои любители острых ощущений. Короче, краткая информация о сегодняшних событиях. Вышла группа погулять, заминировали территорию. И тут, откуда ни возьмись, полетел, блядь, беспилотничек ихний. И пошли танки. Ну, блядь. Ой, ты мыть хорошо, ой, ты мыть. Ебанулы, ебанулы хлопцы. Короче, нарвались эти танки на мины, блядь. И пацаны встречают их, ебать, одной общей ордой, блядь. Поэтому, друзья мои, если будет Украина, не переживаем, держим кулачки, ставим пятерочку и передаем дальше.